Привет! Сегодня я расскажу о самом быстром и самом безопасном средстве для того, чтобы отрезвить сильно пьяного или сильно захмелевшего человека. В норму приходит даже самый пьяный. Что нужно делать? Необходимо подойти к этому человеку, к этому пьяному человеку и очень сильно начать тереть вот так уши. Очень сильно. Вот примерно так. Чем сильнее, тем лучше. Ничего страшного. Буквально через 15-20 секунд кровь хлынет к голове, и наш охмелевший человек придет в себя. Будьте здоровы и не пейте так много. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Следите за обновлением, все ссылочки будут в описании. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокольчик, и тогда вы первыми узнаете о том, что вышло именно ваше видео по вашей проблеме. До новых встреч на моем канале. Не забудьте поставить мне лайк, если вам понравилось это видео. И встретимся еще.